Я всех приветствую. Давно я не записывал ролики, и сейчас я буду проходить миссию Чинук. Миссию, где нам нужно будет управлять вертолетом. Ничего сложного абсолютно. У нас вот будем доставлять пехотинцев, вот, ВДВшников, то есть. Что это за пункт? Летим. Место назначения. Сбрасываем. В общем-то ничего интересного. Конечно, миссия может показаться вам сложным при первом прохождении. Но так у всех. Конечной цели. Можем с кабины пилота посмотреть еще как-нибудь. В общем-то, на 800 метрах от маркером будем ручной режим вот ставить. Ой, автозависание. Блин, я правда криво лечу, так что. Хотя, мне же их сбросить нужно, так что. Да? Да. Вот, нужно зеленую зону. Поехали, давайте. Так, мне это не нужно. Сейчас скрываемся за горизонтом аккуратненько. Нам сообщили, что мы сделали хорошую работу. Высадили ВДВшников. Можно же миссия просто так легко завершиться, не правда ли? Мое шестое чувство мне не подвело. Сейчас будем спасать непутевых. Наши.
Можем пока что приборную доску посмотреть. Второй пилот тут. Горизонт какой-то. Отличная идея, давно хотелось. Сколько топлива на них потратил, чуть ли чего много не хватило. Все, возвращаемся на базу. Вот и вышники там разберутся. Раненые будут спасены. Хэппи-энд. Так. Заглуши. Идеально практически. И санитарные уже приехали БМПшки. Все, миссия завершена.